Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Эко. В прошлой серии я построил вот такой вот дом, и в нем теперь работает полным ходом новая печь, плавит руду, довольно быстро плавит руду, между прочим, и я... Вот иногда вот такое случается, и как это убрать, я даже не знаю, если честно. Оно что-то не пропадает. Ну, через какое-то время само пропадет. Сама эта менюшка. Вот, ну, в общем, печка безотходная, шлак не производит. Производит только загрязнение воздуха. Но вроде бы, как писали в комментариях, в одно лицо я сильно слишком загрязнить воздух не смогу. Поэтому проблем быть не должно. Это если играешь на сервере, у каждого, да, по 5 таких печек будет, то тогда уже проблемы будут более ощутимы. Так, ну, ты пропадаешь, менюшка. Ну, хватит уже. Хватит. Может, надо навести на что-то мышку, да, на другое. Вот. Что меня порадовало, так это то, что вроде как вот эта вот земля приходит потихоньку в чувство. Если ее проверить сейчас, то загрязнение 10%. Склад у меня где-то здесь стоял, 12%. Ну, в общем, сейчас темнеет, поэтому у нас закат, поэтому такой немножко желтоватое все равно все. Посреди дня видно, что травичка уже такая более-менее зеленая, не такая желтая, как было в прошлой серии, когда я только недавно убрал оттуда склад со шлаком. Я не на запись немножечко пофыкашил еще. И плюс немного покопал. За это время собрали мы довольно много очков навыков. И давайте посмотрим, что нам нужно сейчас. Забрали слитки отсюда? Не забрали. Вот, теперь забрали слитки. Хорошо. Значит, через 16 минут мы изучим механику. Хорошо. Через 4 минуты давайте посмотрим. Сделаем сейчас вот это вот, да? Это у нас еще раз cooking skillbook, да? Cooking. 8 и 8. Campfire roast и with... Что-то там. Так. Чего тут не хватает? Чего-то не хватало, я, наверное, много позаказывал или поубирал там что-то. Короче, какие-то перестановки, может, делал, поэтому оно не докрафтилось. Нужно... А я вроде бы крафтил этих довольно много. А Campfire Roast у нас где? Я что-то не вижу. Stew, вот и Roast. Нужен жир. Не-не-не, подождите, подождите. Или да... Нам нужен, короче, заказываем сразу, да? Сейчас будем думать, из чего это дело крафтить. Что там с моим освещением? Включайся. Включайся, говорю. О, да будет свет. И давайте еще здесь. Оп, да будет свет. Хорошо. Почти хорошо. Где-то у меня, наверное, в каком-то дальнем сундуке лежит... Куча всего лежит, да? Не того, чего надо. Да. Видимо, не крафтил я эти штуки. А мне реально казалось, что я их все же... А, да, я посмотрел, что в них нет жиров, и поэтому крафтить не стал. 8... 8, да? Да. Крафтим. И давайте смотреть, что с вот этим у нас. Нам нужны, получается, raw roast. Надо рокировочку сейчас небольшую сделать со столами, пока я новые дома еще не сделал для всего этого дела, поэтому пока что... Небольшие махинации производим таким вот образом. И... Угу. А это у нас скрапмиты. И вот сырой кусок мяса. Так, тут надо, наверное, вкинуть в бутчере немного очков. Бутчере у нас
здесь, вот сюда. Правильно? Или не сюда? Или сюда, кстати. Во, вот сюда нам надо вкинуть немного очков. Для крафта Рауроуст нам нужно второй уровень. Ну, мы давайте сразу прокачаем. Вообще все прокачаем тут на максимум. Ой, там... Что-то я не посмотрел. Там по 25 очков уходило. Ну, ладно. Главное, что все... Всю разделку мяса мы вкачали на максимум. Теперь... Вот, теперь другое дело, вполне. 4. 8 штук нам нужно. Заказываем. И пусть все это дело потихонечку крафтится. А я, наверное, пока просто нажму на паузу. Так, тем временем, походу, изучилась инженерия. Я сейчас вообще немного тише говорю, наверное. Вы заметили, чем обычно. Так вот уж сложилось. Сегодня. Так, и это мы выкладываем. Tailoring table пусть пока будет. Вот это вот все лишнее здесь. Ладно, потом порядок тут наведем. Так, значит, давайте смотреть. У нас инженерия. Новый скилл, не базовая, а механика появился, да? Изучаем. И шестеренки. Всякие разные, проводка, пистоны и двигатель. Нам нужно в третий уровень как минимум. Хорошо, ждем еще 3 очка. Давайте сейчас жирку немного подъедим. И кулинария пока что изучается, потихонечку тут все крафтится. Я, наверное, в скорость не буду добавлять ничего. Пока все это дело в процессе, давайте посмотрим на... Вот эту вот штуковину, чтобы зерно молоть, да? Пока я ее тоже тут поставлю. Хватит нам? Да, хватает места пока. Значит, миллинг процессинг. Точнее, мил процессинг, да? Можно будет сахар делать, масло, муку. Да? Да, это у нас что такое? Без понятия. Ладно. Кукурузную муку. Тоже сахар. Только это у нас... А, из сахарной свеклы. Тьфу ты, точно. Какая-то бобовая паста. Или что-то такое. И... Ореховый... Без понятия. В общем, что-то еще. Причем не орехи, а эти... желуди. Причем желудей я... Желудей. Я еще и не видел вроде. Не находил ни разу. Вроде желуди. Так, давайте мил процессинг посмотрим. Миллинг... Мы изучили, но не изучили его. Хорошо. Вложим единичку и пока что, наверное, на этом остановимся. Единичку разве что вкину, уж очень хочется. И с единичкой мы можем делать муку просто, да, из этого я, наверное, даже поставлю сейчас прям. Пусть все потихоньку, хотя... Опять же... 5 очков. Ладно, можно сделать. Наверное, пока не буду. Давайте пойдем посмотрим, что там у нас с нашими огородами и с нашими ловушками для рыбы, потому что на них мы давно очень не заглядывали. Новые деревца подрастают, что меня радует. На самом деле видно рост их, да, и здорово все это дело выглядит. Бревно наше любимое. Летающая. И по карте давайте сначала заглянем на вот это вот все, что нам пишут. На 100% все уже выросло.
Что с помидорами? Помидоров половина уже завяла. На 80% выросли. Это им еще 4 часа, да? 5 часов еще. Нет, штука выросла уже полностью. Хорошо, сейчас я пересажу. Давайте только на рыбу глянем. Может быть, там рыбы уже целая куча, да? И можно будет что-нибудь рыбного нам сделать, покушать. Вкусненького. Так. Как у меня тут к ловушкам подход был? Я уже не помню. Где они вообще? Дальше где-то. А, вот на этом, да. Ого. А вообще не дурно. Слушайте, рыбу так мы наловили. Очень даже не дурно. Ого. Сюда, по-моему, нужно фуру вызывать, чтобы рыбу эту всю выгрузить. Так. Интересно. Это, наверное, вот эти все ловушки соединены. Да, мне ребята говорили, что можно на самом деле молотком просто сбивать ловушку, и рыбу мы всю получим. Ну, точнее, та, что в нас влезет. Но влезет, как мы видим, не так много рыбы, как хотелось бы. А, можно попробовать, кстати, через сундук. Могу я в воде тут прям сундук поставить? Не могу. Я могу поставить его, может быть, чуть выше, если чуток копну. Так, раз, два. И... А, наверное, у нас сундук-то не так, как в Майн... Я его поставил, тьфу ты. Угу. Тут только три рыбы поместилось. Ну, в смысле, три ловушки. Ладно, в любом случае, давайте выкладываем. Посмотрим. Так. И... Сейчас где-нибудь с этой стороны тоже так же сундук поставлю. На краю где-то вообще вот так. Правильно? О, отлично. Так. Окей. По этим ловушкам смотрим. Как раз через эту ловушку можно в оба сундука. Но нам нужно дальше. Да, нам нужно где-то... Вот здесь вот еще один сундук зафигачить. Так, и вот еще раз, два, четыре ловушки подконнектили к этому сундуку. Теперь нужно этот подконнектить ко всем остальным. Тут даже не четыре, тут больше. Но нам получается нужно где-то вот здесь посерединке еще поставить один сундук, и все будет хорошо. Правда, не уверен, что у нас все ловушки тут попали в радиус. Но в целом даже этих мне, по-моему, хватит. Столько рыбы. Я даже не ожидал, что будет так много. Короче, нужно где-то здесь поставить еще сундук. Да, и через этот можно получить доступ ко всем. Так, нам наоборот в этот... 84 рыбы. Недурно. Очень даже недурно. Так, это я сюда складывал. Окей. Так можно сундуками дорогу к дому сделать. Перекладывать эту рыбу и до дома донести. И даже не нужно будет там телегу вызывать. Телегу. Фуру целую тут надо. По весу тут мы не можем посмотреть. Да, можем, может, так? Нет, так тоже не показывают, сколько в стаке. Ну ладно, сейчас. Ага, сейчас, а что сейчас? Мы тут не проедем никак. Слушайте, а в натуре, как я тут рыбу собрался? Забирать-то.
Тут нужно дорогу новую делать. Я сюда дорогу не проводил еще. О! Бревно. Бревно упало. Это все. Все пропало. Такая была просто археологическая находка для будущих поколений. Висящее в воздухе бревно, а теперь все. Ну, в принципе, если выложить полностью все вещи, то с моим переносимым весом я могу 40 рыб ровно уносить. То есть мне еще 3 раза прибежать сюда придется. Бегать недалеко, в целом, это проще, чем строить сюда дорогу. Может быть, она мне понадобится еще в дальнейшем. Ну, можно просто, наверное, ловушки перенести к той... к тому побережью, где у нас есть дорога, да? Куда у нас проложен уже путь. Ну, короче, подумаю. Так, рыбу перенес. Давайте теперь мы ее разделаем. Сколько у нас? Вот это да. Вот это мы... 400... 6 часов я буду разделывать 80 рыбы, но я получу 2000 очищенных филешек лосося. 2000. А если полностью все это дело переработать? Вау. 7 часов. 7 часов. Пусть работает. Да. Тоже, по-моему, 200 можно, да, сразу. Даже больше. А вот тут поменьше получается, да? Вот так. Мы еще разве что вот такую рыбку только не ловили. Но это, конечно, просто фантастика. И, как я понимаю, если по карте смотреть, то ничего в популяции этого лосося не поменялось. Где там наш... Так, надо сейчас отплыть немного. Ну вот, собственно, лосось... Как было, вот я только что тут ловушки по... Тут это места, где были сундуки. Только что ловушки все по эти позабирал. И у нас только, да, как я понимаю, одна закладка с... А, вон capacity. Ну, ничего не поменялось. Так что рыбалка через ловушки, конечно же, только. А, рыбалка на удочку — это... то еще извращение в этой игре, а вот рыбалка через ловушки — это очень даже не дурно. Что там у нас с загрязнением? О, загрязнение воздуха. Смотрите, красиво. Пошло. Класс. Так, а с этой стороны давайте мы поставим ловушечки на вот эту рыбу, которую я еще не ловил. Куда-нибудь сейчас отплывем. Причем поставлю я даже, наверное, сразу на... поглубже куда-то. Вот куда-то сюда, да? Вот, по-моему, отличные места. Поставим сейчас пару ловушек и... Раз. Два. Три. И где-то... О, смотрите, выдра. Выдра. Прикольно. Первый раз, по-моему, на записи увидел. Выдра плавает. Круто. Так, ну и где-то между этими тремя ловушками я сейчас выкопаю просто и сундук поставлю, как я это делал. Тут все-таки не очень хорошее место для ловушек, потому что далеко от берега. Весьма далеко. Разве что сделать как-то тут вот дорожку дальше провести вот сюда. Может быть, как-то попробуем. Но
Да, вся рыба где-то вдалеке, поэтому, наверное, я еще здесь ловушек расставлю. Даже вон какая-нибудь тюна или тот же лосось, они в этом же радиусе обитают. Но вот тут прям клетками такими прикольно. Как будто бы, да? Вот, ну, короче, такое. Я надеялся, что можно было бы, может, можно будет под берегом прям поставить ловушки, чтобы далеко не бегать. Ну, придется мостик сюда строить. Вон метеорит хорошо видно. В очередной раз 28 дней, 22 часа с половиной осталось до его падения. Без бревна мы обречены, ребята. Что же, как мы будем обороняться от метеорита без летающего бревна? Может, надо еще порубить дерево, может быть, другие взлетят. О, тем временем, пока я тут провожал гостей, которые у нас были, которые не давали мне нормально записывать, в общем-то, и кукинг выучился уже. Это прекрасно. Давайте посмотрим кукинг у нас. Вот здесь берем. И кукинг позволит нам сделать 6 очков. Потратим на парочку этих. Я хотел уменьшить стоимость. Это у нас где? В миллинге. Вот. Вот сюда хотел вложить очки. По максимуму, конечно, желательно. Но со временем вложим определенно. Так, и давайте смотреть, что мы можем дальше поставить изучаться. Или, может быть, посмотрим, что нам нужно в первую очередь, а то тут по списку непонятно, что мы изучили, что мы не изучили. Вот это вроде бы изучили, вот это точно не изучили. Салаты еще не делал я. Advanced Smelting. Кстати, тоже я не изучал точно. Не мог я такого изучать. А у нас для этого есть даже... Сколько будет? Недолго будет изучаться. Кирпичи, в принципе, все есть, чтобы быстренько вот это вот еще дело изучить. А ну-ка, давайте сейчас загрузим. Так, загружаем уголь. Кирпичи я уже загрузил, осталось чуток угля. Давайте посмотрим, сколько там надо. Два железа, во-первых. Только надо будет железо загрузить отдельно, я понял. А, так, 40, да? Маленько прогадал, чуть больше взял угля, чем надо. И сюда. Ну, давай. Есть. Это мы изучили. Что у нас дальше? Дальше, во-первых, для двигателя мы изучили, во-первых, механику продвинутую. Где у нас этот столик? Не этот. Надо уже порядок здесь будет навести по-нормальному. Как-нибудь со временем дом нормальный построить уже. О, рыбка обрабатывается хорошо. А, кстати, где? Я, наверное, об этом станке думал. Механик... Ассембля. Ну-ка. Это у нас в инженерии. Механика. Механик скилл. Так, все не то. Я что-то уже запутался тут даже немного во всех этих скиллах. Реально жалко, что мы не видим, что мы изучили, а что нет. Advanced Smelting нам надо. Advanced Cooking и Baking, чтобы открыть вот это вот все. Wood Construction изучали. Разве что по вот этому можно. Oil Drilling я еще точно не изучал. Можно, кстати, заказать. И запросто 80 слитков сейчас мы себе организуем.
Так. Вот недостающее звено, которое я искал. Это машин шоп. Вот здесь у нас будет будут крафтиться двигатели и более разные технологичные штуки. Так, и здесь у нас стальные инструменты. Steelworking нам нужен, да? Steelworking — это через Advanced Smelting. Мы изучаем, это будет у нас. Lumber Woodworking мы не изучили. Lumber Woodworking, значит, сейчас организуем. И где-то что-то я тут еще видел интересного. Это печь более такая продвинутая. Да, но я еще даже ту простую печь не скрафтил, поэтому я даже не знаю. Салатики. Свечки. Жир нужен, да? Ладно, пока что нас это не особо все интересует. Вот это вот единственное, что нужно действительно очень и очень. 30. Надо в ламбер идти. В ламбер. Давайте мы сейчас откроем запасы металла. Так. Блин, опять же, нужно, наверное, понизить немного стоимость для начала. Хорошо, но цель теперь ясна. Steelworking нужно прокачать и Lumber Woodworking. Стальные инструменты будут, наверное, вообще хороши. И гораздо прочнее, может быть, меньше их ремонтировать придется. Что-то я потерялся. Так, значит, нам нужен Lumber Skillbook еще. Заказываем. Дерево, металл, ткань тоже. Все это не проблема для нас уже. Papermaking. Нужен ли он нам? Не уверен, но можно заказать. Так. Ну и пока что все. Так, тем временем изучился еще продвинутое плавление скилл, да? Давайте глянем на него. Так, Advanced Smelting. И теперь можем работать со сталью. Ну, давайте посмотрим. 10 очков, ладно. Потратим сейчас 10 очков. Сейчас глянем, что там с остальными инструментами. Насколько они лучше. У этих инструментов у нас прочность больше 500. Или, может быть, у топора и у этого разная прочность, не знаю. Сейчас поглядим. Обработка стали — это уже хорошо. Печь работает полным ходом. Так, я сюда пока поставил этот вот станок инженерный наш. И обработка стали. Угу. Вот. Кирка, 20 стали нужно и 10 досок, да? 20 стали и 10 досок. Угу. А сама сталь? Сама сталь у нас в... Вот где делается. Alloy Smelting. Это у нас Alloy Smelting. Сюда нужно очков 25 будет вложить, да? Это как минимум, чтобы просто перейти на... Ну, начать плавить сталь. Хорошо, 4 слитка железа на один... Ух ты. Ну, нормально, в принципе. Короче, не посмотрим. Пока что сегодня мы в этой серии на стальные инструменты. Но, может быть, в следующей серии посмотрим. У меня сегодня в планах вечерком хорошенько посидеть. Потому что я хочу дом переделать уже. Разгрести там бардак, станки все из дому поубирать, чтобы это был уже дом, чтобы мы получали еще больше очков навыков, да. Этим я займусь потихонечку, не на запись. Как раз кирпичики тут потихонечку у нас собираются. Там есть, тут есть немного. Тут еще в процессе крафта очень-очень много стоит. Нужно будет просто камня накопать еще немного и
все будет очень даже неплохо, я думаю. И что у нас? Следующий скилл. Через 26 минут. Я хотел бы на ламбр посмотреть, лесопилочку сделать себе небольшую. Так, пока тут все у нас исследуется, еще и крафтится. Пока скопятся очки навыков, надо бы посадить еще те культуры, которые я не выращиваю. Ну и пойти пособирать те, которые я уже выращиваю. Итак, первым делом давайте посмотрим папоротник. Где лучше сажать? Я не знаю, как много нам его понадобится, но... Говорят, вдоль реки можно прям вот брать и сажать. Давайте мы отобразим на карте. Сомнительно немного, но в целом мы можем попробовать. Нам ничего как бы не мешает взять и посадить где-нибудь вот здесь вот с краешку немного папоротника, посмотреть, вырастет он или нет. Хотя бы чуток, чтобы уж знать. Так, и посмотрим вообще, как по пригодности это место для него. Чуть больше 4 часов будет расти. На 57% подходит. Хочется ему немного больше места, но в целом ему норм, как бы. Так. Пока я не знаю, как много мне папоротника именно понадобится, то и сажать его много не будем. Хочу посадить... Это у нас хаклберри, да? Давайте ягодки посадим. Ягоды эти часто в разных рецептах используются. Поэтому их мы посадим точно. Так. И точно так же, да, можно сажать их просто вдоль реки. Блин, эти дурацкие деревья, через листья, через которых не пройдешь. Так, и давайте попробуем посадить. Раз, два, три, четыре. Давайте уже на краю тут тоже посадим. Прям такое более-менее зелененькое даже место для них хорошее. Единственное, что может оказаться, что... Сейчас посмотрим. 63% вполне хорошо. Можно даже посадить еще, но... Давайте вот сюда посадим. Ух, простите, пожалуйста. Так, ну и этого, я думаю... Для начала хватит ради эксперимента. Сколько растет, кстати, я не глянул. Ну-ка, 6 часов будет расти. Окей, не проблема. Дальше у нас бобы. Бобы у нас где обитают? Так. Бинс. Точно так же, да? Все у нас вдоль реки. Ладно, тогда вот там у нас есть местечко. Вот это, по-моему, тоже неплохое вполне. И давайте тоже бобов тут посадим. Тоже поначалу немного и посмотрим, что у нас тут. 40% совпадение. Ну, в целом нормально. 4,8 часа тоже будет... расти. Хорошо. Остальные наши грядки сейчас пособираем. Так, все, наконец-то я закончил с фермерством на сегодня. Собрал все, что у меня выросло, расширил немного грядки. И для... О, вообще идеальное место. И для
свеклы. Здесь пока не сажал, тут место немного похуже, поэтому туда пересадил. Помидоры посадил вот сюда. Больше здесь тоже места получше немного, чем там. Немного. Ну, получше, может быть, посадил слишком много, опять же. Но там 3 помидора, 4 сажаешь рядом, а они уже тоже перенаселены. Хотя тут вот, кстати, 84% прям. Ну, короче, посадил и там, посмотрим, что у нас вырастет. Кукурузное поле расширил, пшеничное поле расширил. Кукуруза, пшеница растет вообще хорошо. Хоть там и умирает часть урожая, да, из-за того, что очень сильно, типа, много растений. Но хватает с головой того, что вырастает. И семян много, и продукции много. В общем, в этом плане все хорошо с кукурузой и с пшеницей. Давайте сейчас посмотрим. По идее, может, уже выучилось чего-то нового. А, уже все выучилось нового. Отлично. Это значит, что пора и серию заканчивать, потому что время. Так, paper milling. Давайте изучаем сразу. Так, это сюда. Это вообще сюда. Lumber Skillbook изучаем. Вот, это хорошо. И теперь, что у нас? Добычу нефти. Хорошо. Добыча нефти мне сейчас, наверное, пока еще не нужна, потому что рановато мне ее добывать. Но все-таки училась она довольно просто, поэтому почему бы нет. Так. Во, у нас теперь довольно много всяких растений, которые можно вкусненько будет приготовить и съесть. И 1060 очков уже собралось навыков. Ну, за 24 часа набираться будет. 1060 плюс 30 бонус от дома, который мы будем еще и повышать и улучшать. Так. Значит, первым делом нам нужно что? Нам нужна лесопилка, чтобы делать красивые, четенькие досточки. Лесопилка — это... Ламбр... Так, я не понял. А, могу уже сразу заказывать, да? Окей. Нужно просто обычное дерево. 30 штук. Хорошо. Так, значит, ламбр. Не сюда. Что у нас еще не вкачано? Oil drilling берем. Рецепты топлива появятся. Биодизель, пластик. Что последнее, я даже не знаю. Так, хорошо. Это в инженерии carpentry. И бумага, и, собственно, доски здесь. Нужно качать вот эту штуку, наверное, в первую очередь. Короче, тут снова все качать нужно. Качать и качать. Шкафы можно будет крафтить потом, да, всякие разные. И вот, собственно, это... Ну, в общем, станок для распилки бревен. И что я еще хотел напоследок посмотреть? В общем, скиллы пусть собираются, да, а я все это дело потом буду качать по ходу производства. Что у меня не изучено? Давайте мы посмотрим. Кулинария не изучена, 4 навыка еще, тут я согласен. Индустрия не изучена, электроника не изучена. Цемент, стекло не изучено, металлические конструкции. И, в принципе, все. Из, наверное, важного самого — это индустрия, пожалуй.
может быть, даже электроника. Идем посмотрим, что там нужно для всего этого изучения. Сегодня много навыков изучили. Фермерством занялись, рыбы насобирали просто фантастическое количество. Она будет еще 4 часа перерабатываться. Так, электроника. Без проблем. Заказываем электронику. Цемент. Стоп, а цемент у меня должен быть. Я разве... Я живу... Или нет? Или она что-то другое сливала этим? Ну-ка сейчас посмотрим по... Paper. Cooking. Наверное, на что-то другое я кирпичи потратил, да? Ну да, походу. Ладно. Заказываем тогда цемент. 80 кирпичиков. Тоже без проблем. И что там еще было интересного? Индустрия. 80 стали. А вот это уже сильно. Можно я как-нибудь сейчас это... Сурвайвалист? Вкачаю, наверное, немного очков сюда. Немного все очки сюда я вложил, да, которые у меня были. На 65%. Последние 15 брать не буду, потому что 50 очков слишком жирно будет. Давайте мы сейчас отменим вот это, отменим вот это. И еще раз. Можно, кстати, глаз working у нас тоже не изучен, и он тоже здесь. Глаз working и цемент. О, кирпичи сэкономили неплохо. И электроника. Где она у нас? Электроника. Так. Электронику можно сейчас будет даже поставить, занести сюда ресурсы. Окей, цемент. А, кстати, цемент. Если, наверное, его... Просто нужно кирпичей чуток закинуть, я понял. Сейчас сделаем. Так, ну все. У нас осталось только выучить металлические конструкции. На них сталь, опять же, нужна. Это мы уже изучаем и то, и другое. Там ресурсов уже хватает. Занес я нужное количество индустрии. Опять же, нужна сталь. Электроника тоже изучается. Кулинария всякая разная осталась. Ее я пока не трогал. И все, все технические навыки, по большому счету, ну кроме тех, которые, на которые сталь нужна, мы выучили. Можно будет все это дело вкачивать теперь и заниматься дальнейшим развитием. Но, как я уже говорил, не на запись надо, наверное, будет все же вынести станки отсюда. Оставить только, наверное, кухню. Я думаю, ну, где я буду печки там какие-нибудь ставить, что-то такое. Сделать здесь большой, хороший двухэтажный или трехэтажный. Посмотрим. Какой-нибудь хороший такой дом. Куда мы будем ставить мебель, чтобы повышать прирост очков, навыков еще больше. Вот. Ну и копать и копать и копать еще нам. В общем, пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.